Доброго вечора, ви дивитесь Weekend Express, це рубрика Автопаді, та саме зараз ми дізнаємось вашу думку з приводу подарунків на День Святого Миколая та Новий рік. Поїхали! Здравствуйте. Что ты сегодня играл на нижнем танцполе? Хаус-музыку играл, интересно. Вот. Вот. Играл прикольный хаус. Ну, как обычно, в моем стиле. Ну, точно не Мараджан же, да? Скажи, будь ласка, який подарунок у цьому році ти очікуєш від Діда Мороза? Даже не знаю, что. Я не знаю, ну реально. Бритва! Да не, наверное, найти свою любовь. Вот можно, да, так попросить Деда Мороза? Так. Я хочу эротический танец в костюме Снегурочки от моей супруги. Знаешь, у меня в гараже стоит машина «Жигули». Хочу отремонтировать ее. Бицепсы, большие бицепсы, сильные. А чему самые бицепсы? Ну ладно, трицепсы. Я бы хотел, чтобы он существовал, во-первых. Так, даже добро. И нам, всем, украинцам, сделал большой подарок, сделал нам мир в нашей стране. На Новый год я хочу золотую цепочку. Костюм для своей собачки. Чихуахуа. Да, и новый ошейник с бриллиантами. Лексус? Який? Самый новый. В данной ситуации, наверное, спокойствие в душе, в стране и, наверное, всего самого доброго, что может быть на этой земле. Я бы хотела, знаешь, какой подарок? Напитить Новый год на Гоа. Какое направление хаос-музыки сейчас ты считаешь мейнстримом музыки вообще? Ой, для меня всегда мейнстрим – это самая классика хаус-музыки, то есть это хаус в его типичном проявлении. Вокал, такой приглушенный бас, какие-то секвенции, такой, в общем, хаус. Как сегодня на твою музыку реагировали люди в клубе? Ну, мне приятно было видеть танцующих на танцполе, а это значит, что им нравилось. Вот и все. Скажи, будь ласка, хто в цьому році має бути для тебе Святим Миколаєм? Я сам. Хтось-то, да, хтось із друзів толком не знаю, вот, но у мене є шоу-балет такий класний, да, там є два парня, Вітя і Аслан, от хто-то із них. Да, я сам буду Святим Миколаєм, я готовлюся, лише бороду отращиваю, вот, а сам тільки покрасить і будете дітям дарити конфети і подарки. В цьому році в ролі Святого Миколая хотів би бачити себе для свого сина. Так, дуже добре. Хотів би, щоб він вірив, тому що Святий Миколай має бути для дитини. Так. Мой любимий чоловік. А чому саме так? Тільки він дарить мені подарунок. Какой-то волшебник. Ні, наверное, теж мой муж все-таки. Пусть він буде для мене самим лучшим волшебником. Не тільки в День Святого Миколая, кожен день. Святий Миколай. Ну, вообще-то я хочу увидеть своего кума, который к нам приходит на Святого Николая и радует своих, как бы, крестников. Ну, традиционно это будет наш кум. Я думаю, что я хотел бы бачити в роли Святого Николая своего друга Богдана, який подарував би мені, я думаю, найкращий подарок, який можна тільки придумати. Я диджей Грант, и вы смотрите Weekend Express. Меня зовут диджей Гаврилов, вы смотрите Weekend Express. Це була рубрика Автопаті, а Weekend Express продовжується далі.